По графику ледовый автозимник должен открыться 5 января 2018 года, но в этом году подрядчик гарантирует, что открытие будет обеспечено ровно 25 декабря 2017 года. Ну, уникальность этого ледового автозимника является, что 12 километров водной поверхности по реке Лена пробивается сначала легкими бульдозерами, как мы заметили, да, а затем идет заливка. Вот. Заливка идет, значит, мотопомпами, двумя бригадами. И первая заливка где-то толщиной 10 сантиметров. Тем самым мы, значит, увеличиваем естественно водную гладь. И намораживание, как бы, скорость увеличивается. 25 числа, значит, генеральная подрядная организация «Сахаавтодор» нам обеспечит грузоподъемность 10 тонн. Потом до Нового года, значит, подрядная организация планирует нам уже повысить грузоподъемность до 20 тонн. Вот, тем самым мы Новый год встретим уже с грузоподъемностью 20 тонн.